украшенье. Надо бы щенку на шею, я его сейчас же приведу. А куда уводят наши? Может, там совсем не страшно, может, там игрушки и еда. Мне сказал какой-то дядя, сквозь очки в бумажку глядя, что на завтра нас возьмут туда. Посмотри, какая прелесть, вот оркестр играет фрелест, и отчего так много здесь людей? Мама, ну скажи мне, мама, кто тут вырыл эту яму, и зачем нас ставят ведьми? Что ты плачешь, ты не видишь, их язык похож на идиш, но отчего все пьяные с утра? Мама, может быть, войну играют, раз хлопушками стреляют? Мама, отчего ты плачешь, мама, отчего?